Здравствуйте, ребятки! Послушайте сказку, которая называется «Здравствуйте, спасибо и до свидания». Садитесь поудобнее и слушайте сказочку до конца. Как-то на лестнице маленькую собачку Сони остановила пожилая незнакомка Такса. «Все воспитанные собачки, — строго сказала Такса, — при встрече должны здороваться». Здороваться – это значит говорить «здравствуйте», «привет» или «добрый день» и вилять хвостиком. «Здравствуйте», – сказала Соня, которой, конечно, очень хотелось быть воспитанной собачкой, и, вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела она добежать до середины таксы, оказавшейся невероятно длинной, как ее снова окликнули. «Все воспитанные собачки, — произнесла такса, — должны быть вежливыми. Если им дают косточку, конфетку, полезный совет, говорить спасибо». «Спасибо, — сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой, и побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось: «Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона и при расставании говорить «до свидания». «До свидания!» – крикнула Соня. И, довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила: «Здравствуйте! Спасибо! И до свидания!» Жаль, что ей собаки попадались самые обыкновенные, и многие кончались раньше, чем она успевала все сказать. Ставьте лайки, приглашайте друзей и подписывайтесь на мой канал.